зацвела у нас вот такая желтая красивая роза. Вообще красота просто неземная. Это наш второй полисадник, как бы. Вот зацветает здесь тоже плетущаяся роза. Ну вот надо подставку на нее делать. Именно роза такая, как за оградой. Скажем так, долгоиграющая. Вот сейчас она цветет и потом будет цвести по новой 2-3 раза за лето. Обычно плетущиеся один раз цветут, а вот это вот такой сорт. Ну и вот этот шикарненький куст. Шикарный куст. Такой мощный. Вот он всего 2 года здесь сидит. Как мы посадили его, купили и посадили. Такая красота. Друзья, посмотрите, как цветет у меня в этом году роза. Назло даже тем, кто выкопал один куст. Вот здесь был куст. Вот его выкопали. Вот так вот. У нас тут в Казахстане. Пришли и выкопали. Вот смотрите, какая красота. Все заплело. Я несколько черенков поставила укоренять ее. Это роза вьющаяся, но огромные цветы. Но она цветет 2-3 раза. Вот сейчас только я вам показывала от нее деточку. Вот. Вот так вот она. Доцветают мои фиолетовые ирисы. Доцветают. Вот здесь вот флоксы маленькие только. Ну, не знаю, будут ли расти, то могут тоже детвора все оборвать. Это у меня кипарис, книжка, был прям черный. Думала, уже второй год зимой, думала, пропадет. Нет, нет, все нормально, видите? Листики такие как бы, ну, ребристые. Вот, хорошенький, зеленый, дает прирост. Это у меня самшит, из 3 кустов остался только один кустик. Маленький вот такой вот. Это у меня все за оградой. Это я вот посадила рудбеки, по-моему, называется, желтый шар. Вот только купила. Будет у меня здесь куст такой расти. Вот. Это у меня туя смарагд. Хорошенькая такая, дрюненькая. Она была посажена 10, осталась 1. И вот я посадила в этом году, вот смотрите, карагач наш. И вот он вот-вот-вот дает, отходит, вот отходит, все, принялся. Но он неприхотливый, вот это только пока не вижу. Вот тоже вот тут карагач. Вон карагач, 5 кустиков посадила. Мне кажется, это тоже отойдет. Сейчас дожди идут. И вот тоже, вот надо стричь начинать. Тоже хочу зеленый забор, здесь 3 куста. Я в прошлом году видео снимала, как я стригла. Вот, смотрите, какой... С стороны вдоль забора хочу сделать прям. И здесь у меня девичий виноград оплел мой забор. Забор, наверное, 3 метра. Так только крышу видно. Вот. Тоже мне нравится, классно. Зелено так. Все зелено так хорошо. Вот. Девичий виноград. Вот так вот. Ну и вот карагач. Смотрите, какой дрёный. Но надо срочно стричь, потому что вот он в этом году такой пушистый. И чем чаще стрижешь, тем больше он дает боковых веток. И получается, ну, гуще. Вот на днях буду стричь. Буквально не сегодня, а завтра буду стричь. Так, ребят.